Чувашию поступили дополнительные 3 комплекта комплексов обработки избирательных бюллетеней. Теперь их стало 132. Использование электронных урн позволяет автоматизировать подсчет голосов избирателей, что значительно облегчает работу комиссии и исключает возможность фальсификаций. Использовать их будут в Чебоксарах на участках с наибольшим числом избирателей. Для голосования при помощи КАИП используются бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчет. На подключенный к нему принтер выводится протокол, который автоматически передается в вышестоящую избирательную комиссию. Для обеспечения безопасности жителей Чувашии на избирательных участках будет контроль за обработкой рук антисептиком, выданы маски, перчатки и шариковые ручки.